столице Чувашии открылся 25-й международный балетный фестиваль. На этот раз классика уступила место современной хореографии. В первый день зрители увидели два одноактных спектакля. «Не дай мне уйти» Андрея Меркурьева на музыку композитора Нильса Фрама и «Барокко» Данила Салимбаева на музыку Иоганна Себастьяна Баха. Оба балета выросли из маленьких трехминутных номеров. Они уже знакомы нашим зрителям. Сейчас спектакли приобрели новое пространство. Они построены на стыке эпох, стилей и направлений. Неординарный взгляд режиссеров-постановщиков на искусство хореографии дал ожидаемый результат. В этом самое интересное, что постановки получились очень контрастные, очень необычные, совершенно с разным почерком. Это не только интересно для зрителя, это очень полезно для нашей труппы. Это здорово, что мы освоили эту пластику, эту хореографию. Это большой-большой шаг профессиональный в будущее театра. Для артистов балета спектакли стали проверкой на профессионализм. Справились все. Сами по себе спектакли очень, очень приятные, понятные, но танцевать их в один вечер, это, я не знаю, как говорить параллельно на двух языках, может быть, вот что-то очень похожее. Поэтому нужно на сцене все время как бы быть собой, доносить то, что хочет балетмейстер, но при этом быть собой в разных стилях хореографии – это очень-очень разные вещи. Снять с себя вот эту классическую маску, которую мы привыкли постоянно надевать, перестать быть собой в балетном смысле и отпустить немного себя как человека. И потом за 10 минут обратно это все на себя, чтобы станцевать уже более благородную классическую хореографию. В программе фестиваля запланированы и классические постановки, и творческие вечера известных деятелей культуры. Праздник хореографии продлится до 25 апреля. В гала-концерте фестиваля примут участие солисты известных российских театров. Ульяна Пятакова, Михаил Солин, Андрей Шоклев. Республика.